Привет, моя хорошая. Хочу немножко рыбки свежей купила сегодня. Что за рыба, не знаю, но я ее купила вот именно без головы и без хвоста. Она была уже вот в таком виде. Единственное, что чешуйки только на ней были. Я почистила чешуйки и вот тут вычистила. Вот. Говорят, что она без косточек. Вроде одна только средняя кость у нее. Ну, первый раз я такую вижу, увидела. Думаю, надо попробовать. Очистила эти вот легко. Вот головы нету. Название забыла, какое-то название интересное такое. Добавлю сейчас сюда немножко травок разных. Это у меня прованские травы. Ну, я капельку, щепотку. Сейчас что-нибудь еще сюда добавлю. Паприки, что ли. Ну, короче, что-нибудь надо добавить. Только не помню, какая здесь, сладкая или горькая. Вот это. По-моему, горькая паприка. Щепоточку добавить. Ага, горькая во рту теперь горит у меня. Так, ладно, тут какая-то смесь у меня есть сухая, приправа. Тоже мы ее сюда сейчас. Я думала, сладкая паприка, по-моему, была у меня. Сейчас я... Угу, есть. Хотела в духовке ее обжарить. Ну, сейчас вот думаю, может, на сковородке. Не знаю. Подсолили, поперчили, как говорится. Не знаю. Посмотрю сейчас. Налила сюда формочку масла немножко. Сейчас я сюда отправлю лучок. Вот. Буковую подушку сделаю. Решила в духовке все-таки из печи сделать. Не хочется стоять, переворачивать туда-сюда. Сейчас еще морковочки сюда покрашу. Так, ну, а теперь сверху рыбу положу. И вот так. Все. Немножко, наверное, фольгой прикрою, а потом раскрою ее минут через 20-30. Я думаю, будет так вкусненько. В общем, вот так дырочки сделала. Все, пошла ставить в духовку. Вот рыбка готовая у меня. Я ее попробовала, вроде бы мягкая, свежая. Отварила рожки сейчас и буду обедать. Надеюсь, что будет это очень вкусно. Я люблю рыбку. Вот. Катя, уйди. Я открыла и еще несколько минут подержала. Фольгу сняла и подержала на этом. Так просто, чтобы чуть-чуть подсушить. Вот. В общем, вот так вот я себе сделала. Можно, конечно, зеленью посыпать. И все. Сейчас укропчиков, наверное, я посыплю еще. Ну все, мои хорошие. Все, кто был со мной, большое спасибо. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем приятного аппетита. Хочу сказать свое мнение о съеденной рыбе. Рыба действительно без костей, без мелких косточек, как вот мне и сказал продавец. Вкусненькая. Не скажу прям вот уж очень супер, как мне нравится, сочно. Ну, вкусная. Единственная моя ошибка, что я открыла ее, и корочка стала немножко суховая, же такая жесткая. Когда бы она была закрытая, она была бы сочнее и вкуснее. Ну, в общем-то, вот так как-то. Теперь я уже буду жарить, я не буду открывать фольгу, поднимать, не надо.